Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Доброе утро. Доброе утро. Как у вас дела? Да ничего, нормально. Хорошо. Ты уже подвоздоравливаешь, да, вроде, Вася? Угу. Совсем. Амира еще только подзаболела у нас, да. Тут. Тоже вчера температура была. Ну ничего, сейчас пару дней. Сегодня даже в баню, и все, выздоровеешь. Завтра поедем уже. Завтра будет День России. Поедем в городец, там будут какие-то гуляния в честь праздника. А в понедельник будет День Земли, нельзя делать ничего в земле. Да? Угу. Че себе у вас празднички. Че это у вас такое, Васян, сегодня? Панкейки. Панкейки? Ты мне тоже делала что сегодня? Я делала, да. Ты? Да. Че, Васян, мастерица. Стряпает, да стряпая. Из чего хоть делали? Ну, два яйца, два банана, один пакетик ванильного сахара и 4 ложки рисовой муки. Вы с медом, что ли, кушаете? Mm-hmm. Хорошо. Приятного аппетита. Спасибо. Так, пока все в домашнем у нас тут немножечко режиме. У нас сегодня игра. В монополию, да. Сыгранем сейчас. Сейчас. В прошлый раз у нас Мира победила всех. Сейчас надо ее выиграть. А у нас сегодня снова банный день. У всех бани топятся во всю мощеньку. А у нас сегодня такая вот говядинка. Такие стейки крутые. У-ху. Сам готовил. Сейчас не знаю, должно быть все супер вкусно. О. Огонь. А вообще, вы знаете, в субботу в деревне вообще такая особая атмосфера. Все готовятся к бане, что-то все делают. Такой какой-то полупраздник всегда. Уборка у всех обязательно, да, по дому. Так что очень крутая атмосфера. Хотел сказать, приезжайте в гости. Но вас так много, нас даже негде разместить. Но обязательно что-нибудь придумаю. День России. Троица. Целая гроздь праздника. Что, залезли сами? Вы сегодня самые любящие сестры в мире. Молодцы. Все, любой? Да. Так, зашли тут в блинную немножечко. Мира, с икрой, да, Мир? Блинчик. Васяночка, дочурка, повернись, пожалуйста, мам. Ну, повернись, мы поглядим просто. Ну, Васён. Ну, Васён, ну, покажись. Да ладно, это же классно. Так вкусно, с аппетитом ел, что даже немножко изляпалась. Только просмотром будет. Ладно, убираю камеру, так и быть. Все. О, вот это... Да. Ладно. Давай, давай, моя там. Что, меня растягиваешь? Удовольствие. Ну, после того, что мне потом меня наругают. Скажут, ты откармливаю тут блины.
Да ладно, можно. Скоро бегать начнем. Да? Уже все как. No. В спортивную форму приходить. Сидишь себе, рыбачишь. Кого только не насмотришься тут. То лоси, то змеи. Ну, это-то уж понятно, как бы, да. Ну так, интересно. Интересная природа у нас. Фауна. Вообще круто. Отдыхается. Изумительно. Так, карпов наловил. Заделали их в сметане с луком. Посмотрим, что получится. Первый блин, как говорится. Ну что, Мирократ, карпу понравилось? Да. А? Очень. Очень понравилось? Да. А тебе, Васян? И мне тоже очень тоже понравилось. Начинаем потихонечку втягиваться в рабочий режим. Да, Мир? Сложно? Ну что тут скажи уж. Да. Ну ничего. Придем в режим. Ох, как тяжко, да, дочерка? Да ничего, победим. Это нормально. Мы и так все через борьбу делаем. Все растянем, все хорошо. Первый день только. Куда-то кого-то собирают уже. Куда собираете, девочки? Что у вас сегодня? За движуха. Потом вечером фотосессия. Пойми, я и стольким обязан. Что делаете? Читаем. Молодцы какие. Давайте вам. Диванчики собираешь. Сажают семена. Молодец. Молодцы. Это же такая память. Ты потом вырастешь и увидишь себя таким. Снежные крутя, то как сверена с собой, то заплачет как дитя. Если ты найдешь во мне нее, останови это мучение. В тот миг, когда я потерял тебя, в там дали под луной.
все без тебя мне так. Лечу к тебе я словно комета, и даже под дулом пистолета я найду тебя, я найду тебя. Ведь без тебя тихо мне так. Ты просто подойди ко мне, да. Я знаю, будет наше это лето. Ведь ты моя, ведь ты моя. Все без тебя не так. Лечу к тебе я словно комета, и даже под дулом пистолета я найду тебя, я найду тебя. В таком зоопарке живем. Ну как вам, друзья, это зоопарк наш местный? Нормал? Ну что, друзья, как вам наш савариум, террариум и зоопарк в одном флаконе? Сидишь тут, то лоси плывут, то еще кто-нибудь плывет, понимаете? Итак, ребят, небольшая техническая заминка в виде поклевки. Все нормально, вопрос улажен. Вот, поэтому я говорю, сидишь тут такой, то лоси проплывут, да, то змеи какие-то проползут, ужи, тут вон бобры, ондатры бесконечно. Так что скучать не приходится. Он опять плывет, флагман, бобр. Пожрать хотел опять. Не наелся. Бобер, ну ты наглый, конечно, парень. Слышь? Бобер. Бобер. Че, вообще бесстрашный, что? А? Бесстрашный, да, бобер? Бесстрашный бобер. Какой? Да, бобер? Бесстрашный? Все? Палочку взял, поплыл. Отдых подошел к концу.
Начинаем готовиться. Даже меньше. Ну, ты уж натягиваешь, конечно. Они коротенькие должны быть, Вася. А ты натягиваешь до колена. С тобой ни леса, ни моря, ты со мной, мое поле, снит ветер весной. Здесь отчизна моя, и скажу не тая, здравствуй, русское поле, я твой дом. Комары кусали? Ага. А где комары кусают? Худая очень сладкая. Походу. Ну, я, наверное. И наверх, а не вперед, уже уползла до соседей. Сейчас мы идем играть в боулинг. Yeah!
вынуждены сесть в машину, нас атаковали кони. Кроме этого, мы должны знать, как отсюда выйти. Не надо лучше. Нет. 312. Отлично. Отлично. Ручками здесь обязательно держись. Ножки дайте останавливаться. Не боишься, не страшно ведь? Это складок пускай вот так тоже висит. Васяна? А они на них не реагируют? На собак? Я зимой, вот на нем лет 5 назад, больше, тоже галоп. Саша, давай здесь с тобой огнем. Давай здесь, да. Помаши ручкой. Мама, я еще хочу. Пожалуйста. Видите, дом коней. Да, дом коней. Вот там опасный кот. Вот этот? Да. Я скажу лошадкой, у кого-то есть, может быть, у кого-то нет, а таблички можно читать, когда лошадка родилась, как зовут, как маму, папу зовут. Ребята, смотрите, я вам сейчас дам кусочку хлебушка, и вы можете покормить. Смотрите, как это делается. Вы на открытые ладошки кусочек кладете и даете им поближе, поближе. Ручку не прям поближе даете, не будет. Все очень мягенькие, на-ка. Давай. Дорогой. Да. Ага. Вот. Ни капли не страшно. Она до 50-го года. Давай. Ручку поближе. Открывай руку прям полностью. Да. Все. Страшно. Слушай, а хлебушек ни капли не хочет. А вот это вот рука. Он уже родился. А это горлик. Это хребец. Один единственный. Он не страшный? Нет. А все остальные мерены, да? Да, остальные мелкие, кого? Ой, мелкий только, то есть он тоже ебец. Ни капли не обтеняли. Не она выше, выше выступала. Не надо, туда нельзя. Вот на досочке. Вот сюда выходить. Она выступала в цирке, и она стала большой. Это Машенька, ладушки. А это ладушки, Машенька. Маша, ножку выше. Смотри, аккуратно. Вы куда смотрите-то? Смотрите на Машу. Давай, ладушки. Нет, ладушки. И 18 лет она. Они живут до 65 лет. А ей сколько? Ей 18. Она еще молоденькая девочка. Она как человек живет. Язык она показывает. Ну, через лаком. Езжай, покажи, да? Яблочко не видно. Да, мы просто не знали. Мы думали, что к нам лошади подбежали. Можно было покормить, да? Ничего не бойтесь, не переживайте, они вас не трогают. Господи, бурая медведица, она русская бурая медведица. Вот. Они самочки, они не очень крупные, вот как это, а самцы они в два раза больше. А кто к ней заходит туда внутрь? А к нам приезжает один раз в год.
уже лежит. Из московского цирка курирует ее. И рассказывает, что вам запомнилось, что вам понравилось. Мне понравился вот это медведь. Еще на лошади. Мне понравился гусь. Еще на лошади кататься. Кошечка. Лошадь. Разводи. Не надо широко делать. Вот так. Вот. Хоп. Хоп. Хорошо. Руки легче, легче. Раз. Прям делай по такту. Раз, 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 раз. Не надо, да, там полчаса приседать. Приятного аппетита. Что у вас сегодня такое? Овсяный блин. Овсянка блин? Нет, овсяный блин. Я думал, овсянка блин опять. Я сейчас всем покажу класс. Oh.